Привет, чуваки! Привет, подписчики! Дорогие мои друзья и просто телезрители! Сегодня 18 января 2013 года. Я хочу этот ролик посвятить одному из часто задаваемых мне вопросу. Как я похудел? Значит, уникальный метод похудения на 19 килограмм, вот мной лично, он простой, но не всем он и всегда подходит. Поэтому вот то, что я вам сейчас расскажу, это абсолютно, сразу говорю, не всем подходит. Существует несколько, да не несколько, а их куча просто видов похудения. Там кто-то диетами мучается, кто-то там лимонными, кто-то какими-то там еще диетами. Там кто-то ест, не ест на ночь, кто-то ест там с утра, кто-то... Абсолютное количество, множество этих разных всяких вариантов существует. Значит, я расскажу лично свой опыт. Все началось в декабре 2012 года. На тот момент я весил 104 килограмма. И я понимал, что как бы что-то меня вот как-то неуютно и все остальное. Хотя на тот момент занимался спортом, ну спортом таким, грубо говоря, трудным физическим спортом. Там гантели, штанги, все остальное. Ну, стал как-то вот пробовать одно, второе, третье, ну, что-то мне как-то не нравилось. Вот в предыдущих роликах вы могли посмотреть, да, то есть я вот увлекаюсь американской системой TRX, это вот такие стропы, да, соответственно, там они натягиваются, там и все. Кому это интересно, может в предыдущих роликах все это увидеть. Я как бы вот свою вот эту, свой уникальный метод разделил на три части, ну, как бы на три подпункта. Первый – это спорт. Второй – это питание. И третий – это витамины плюс позитив. Я его так назвал. Значит, первый – спорт. Спорт может быть разным, вы знаете, да? Можно прийти в спортзал и ходить на дорожке там 2 часа и толку никакого. Тебя будут отвлекать разными разговорами. Друзья, товарищи, как дела, как провел лето, как провел Новый год. Все остальное, толку ноль никакого. Вот, поэтому я пришел к системе TRX. То есть у меня занятие проходит 5 дней в неделю по 40 минут. Соответственно, не буду сейчас углубляться, как именно это все происходит, можете посмотреть в предыдущих роликах. Но сейчас я эволюционировал, поэтому у меня сейчас все это намного все качественнее, лучше и все остальное. Но я просто сам чувствую по своему результату. Значит, на этом пункте я бы не хотел сильно заострять внимание, потому что спорт бывает разный. Кто-то бегает, кто-то прыгает, кто-то штангу жмет, кто-то гирю, как Сережа говно 007. Вот, я вот как бы для себя вот выбрал систему TRX. Дальше, питание. Значит, питание очень важный пункт. Значит, я для себя выявил такую формулу, что я раньше питался не от того, что я хочу есть, а то, что привычка, да, вот завтрак, обед, ужин, завтрак, обед, ужин. Что ел, как ел, ну там что-то выбирал, что-то не выбирал. Значит, сейчас я пришел к тому, что я питаюсь один раз в день. Да, не удивляйтесь, один раз в день. И питаюсь я после обеда. После обеда в районе там 4-5 часов вечера, ну, считай, что как бы, да, во второй половине дня. То есть мне этой как бы кормежки хватает и на вечер, и на ночь, и на половину следующего дня. Опять же говорю, подходит это всем, не подходит. Разные варианты, разные мнения есть. Да, вот лично мне, моему организму, моему состоянию это подходит. То есть с утра, когда я просыпаюсь, я никогда не кушаю, да, то есть я выпиваю чашку кофе. Максимум выпиваю какой-то, может быть, йогурт, там, легкий какой-то, 0,1% жирности. И иду как бы на спортзал. В течение дня как бы я пью много воды. То есть там вода желательно без газа, ну, если любите с газом, можете с газом пить. Значит, ну, пью кофе, да, в течение дня, либо чай травяной. То есть, опять же, кто как. Но я просто люблю кофе, кофеман, поэтому я пью кофе. Вот, и после обеда где-то в районе 3-4 часов я плотно кушаю. Так, что я кушаю? Значит, я кушаю все, кроме мяса, хлеба, мучных изделий, всяких сладких ватрушек, плюшек и всего того остального. Значит, я основной мой рацион это каши, крупы, рыба, морепродукты, что еще? Молочка, творог, сметана, вот это все можно тоже как бы употреблять. Значит, что еще? Вино сухое, да, из напитков. Крепкий алкоголь я не употребляю.
Значит, по поводу питания я сейчас тоже, ну, подробно останавливаться не буду. Если кому-то что-то заинтересовало, вы пишите в комментариях, там, я рад буду там подробно каждому все на конкретный вопрос ответить, потому что информации много, в коротком ролике это все не расскажешь. Значит, и третий пункт моего плана – это витамины плюс позитив. Витаминов тоже есть куча разных всяких абсолютно, да. Вот я, не знаю, я вот себе вот... Вот такие вот витаминчики. Но сейчас я вам покажу, сейчас я возьму камеру и просто вам буду все показывать. Сейчас. Значит, вот так вот выглядят эти витамины. Они есть для мужчин и есть для женщин, да? Вот это вот мужской комплекс. Сейчас я вам покажу просто как и что они выглядят. Значит, вот так вот выглядит этот пакетик. Вот. Это вот мужской пакет. Вот все, весь комплекс витаминов тут как бы есть. Витамин С, кальций, магний, короче, все. Йод, омега-3, аминокислоты, полностью все. Вот этот пакет там, порядка вот все, что вы видите здесь, да, по списку, он как бы, я его использую в течение дня. То есть не за раз, а там 2-3 раза в день я как бы это. И вторая штука, вот тоже, которую я вам рекомендую. Вот, да везде она продается на самом деле. Есть нони, есть вот такой вот фрукт аурла. Вот, это вот премиум сок такой, да, вот, такой вот как бы фруктик, да, вот, я его пью натощак с утра, вот, тоже все в нем витамины, аминокислоты, все остальное, вот такая вот бутылка, вот так вот она выглядит, вот, вот это я пью тоже утром и вечером, по такой, ну, можно сказать, что по мензурке, 50 там миллилитров, вот так вот. Теперь, чтобы не быть голословным о результатах, значит, вот я вам показываю свою фотографию декабря 2012 года, на тот момент я весил 104 килограмма. Запомнили, да? Теперь показываю фотографию июля 2012 года. Я весил 102 килограмма. Видите, да, пузо какое? Вот. И теперь я вам показываю фотографию января 2013 года. Я сейчас вешу 85 килограмм. То есть, вот так. Сейчас наведу. Ну, вот видите, да, соответственно, стройная фигура. Живот ушел, мышцы остались. Все как бы так вот, все и осталось. Значит, еще раз. 2013 год, 85 килограмм. Январь 2013 года, 85 килограмм. Июль 2012 года, 105. И декабрь, 104. Легким вычислением можно понять, да, то, что за год я скинул 19 килограмм. Но основной мой, как бы, можно сказать, как правильно сказать-то, как бы, основное мое похудение, оно пошло где-то с июля месяца. То есть это где-то, считаем, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Ну, пускай январь, хоть он еще не кончится. То есть за 5 месяцев я, соответственно, похудел на... 17 килограмм. Вот, динамика такая. Тренировка, питание, витамины и позитив. Хорошее настроение и все остальное. Потому что вы все прекрасно знаете, что добро. Вот, кстати, да, мой канал добра, а не говна. Добра. Добра морального, духовного, ну и, конечно, материального. Поэтому, кому мой канал не нравится, ребята, вам не сюда. Сразу говорю, идиотам, всяким придуркам отвечать не буду, сразу говорю. Потому что пишут такую всякую херню. Как, да откуда, где ты деньги взял, да сколько, да не важно, где я деньги взял, не важно, чем я занимаюсь, кем я работаю, сколько у меня детей. Ребята, дело абсолютно не в этом. Мой канал добра и позитива. Я хочу поделиться своей частицей того, что мне кажется, что у меня что-то получается, хочу поделиться ей с вами. Вот. Потому что, вот смотрите, ну, доброта, ну, в словах, рождает доверие, да? Доброта в мыслях улучшает отношения. Доброта в поступках рождает любовь. Вот запомните вот эти вещи, и все у вас будет хорошо. И не надо там никаких там агрессивных там высказываний мой адрес, все остальное. Поэтому, ребята, давайте, кто интересуется, как правильно и быстро и качественно похудеть, абсолютно для этого сложного ничего нету. С питанием все просто, дешево и как бы компактно.
С витаминами тоже. Не можете эти витамины позволить. Можно купить какие-то другие витамины. Можно обойтись без этого сока. Спорт, я вам уже показывал в предыдущих роликах. И турник можно придумать. И бег можно придумать. Отжимания можно придумать. Гирю там, все что угодно. Но самый главный пункт это второй. Питание. И позитив, и добро. Все. Подписывайтесь на мой канал. Кнопка сверху. Всех жду. Чао. Пока.